Кызылском районе правоохранителями раскрыт факт скотокрадства. 26 октября в дежурную часть полиции района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже своих 9 коров, находившихся на свободном выпасе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий утром 27 октября с сотрудниками ДПС на автодороге РБ Кызыл для проверки была остановлена грузовая автомашина, в кузове которой находились 7 голов крупного рогатого скота, связанных веревками, а также покрытые ковролином и досками. На вопрос сотрудников полиции о перевозимом грузе водитель и пассажир автомашины пояснений не дали. Для дальнейших разбирательств они были доставлены в отдел полиции. Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции установила, что перевозимые животные совпадают по описанию с пропавшим скотом заявительницы. Установлено, что 55-летний житель одного из сел Кызылского района 22 октября с пастбища похитил 9 голов крупного рогатого скота. Пригнав к себе на чабанскую стоянку животных, он попросил знакомых сбыть похищенный скот на территории Кызыла, при этом поставив в известность последних о том, что скот похищенный. В ходе неотложных следственных действий остальные 2 коровы также были найдены. Одна из них обнаружена при обыске на территории чабанской стоянки, а вторую злоумышленник успел продать. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.